що сили тривожні думки від себе намагається відігнати 19-річний Женя. А що як всі, хто так наполегливо відмовляв його мріяти про сцену, все ж мали рацію? Чітко далі зрозуміти те, що від внешнього виду дуже багато чого залежить. Тому що на тебе і дивляться, тебе не тільки слухають. Я йому пояснюю, що це перехідний вік. Ось одні по-іншому переходять цей вік. У тебе воно, от мутація така була довга, і от шкіра обличчя не зовсім чиста. Ну, в принципі, гадкий утенок. Здравствуйте. Евгений. Да, 19 лет, с города Одессы. И что будете петь? Я хочу спеть в память о любимой певице зарубежной Витни Хьюстон «I have nothing». Ты руку. Мужского вокала, тем более, это очень сложная песня. И я считаю, что спета она просто на пятерку. Я говорю «да». Спасибо большое. Это было непогано, но это еще зарано для того, чтобы претендовать на участь в категории «хлопцы». Ну, Игорь. Ну, я не верю в перспективы этого участника.
Я тобі кажу ні. Нет, вы хороший парень, тут и говорить нечего. Ваше пение было честным, искренним, откровенным, мужским по-настоящему. Это невероятно подкупает. Я говорю «да». Спасибо большое. Я считаю, что все не так просто... Жене интересно покопаться и разобраться, то есть нельзя так просто его отпускать. Я говорю тебе «да». Спасибо большое. Спасибо. Как я люблю эту песню. Это так долгожданно, боже мой. Ура! Спасибо.